прошлым летом я забыла. Лишь вам денег, чему скажу, больше лучше не надо. Да, вопросительно быстро, как мяч в пинг-понге, я разлюбила. Ой, подруга стоя страшная, линия талантлива прячется. Я умываюсь кофе, можно двойной эспрессо, кстати. Земля от жары куражится, в списках дождей не заношится. Студию стекали профили, что она делает раньше, блин, я забыла. И звонки чему скажу, больше лучше не надо. Да, погружительно быстро, так пишет пинг-понг, и я разлюбила. Не говори о нас, да не вспоминай о нас.
салюти. Дам кілька імірів нам з порога дрова. Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто работал для того, чтобы сюда прийти, кто нам все присылал. Ну, если тут есть те, которые ничего не присылали, вы, пожалуйста, об этом не говорите. Потому что мы с Юлей Контровой, конечно, сломали голову, как никого не обидеть. Понятно, что кого-то обидели, а вот вы прошли. Значит, послушайте, еще такой момент. Я хочу сказать два слова, и дальше мы уже как-то будем здесь твориться. Мы в этом году выпустили пластинку, и это совместная работа. Я посчитала, что это будет крайне неправильно, если вот эта встреча, которая под Новый год, если она будет сольной, потому что сегодня, вот в этом году мы сделали первую взрослую программу, программу с большой буквы, она уже была сыграна, мягко говоря, не один раз, и была сыграна в Москве и в Питере. Я думаю, что максимальному количеству людей здесь сидящих, вы ее видели. И это результат работы пятерых, а не мой единственный, поэтому я посчитала нужным сегодня сделать так, чтобы у нас было пятеро. Это во-первых. Что касается регламента. Ну, я там не знаю, на Новый год 9 дней. Что касается вопросов, у нас есть достаточное количество возможностей задавать вопросы любому из присутствующих здесь. Сергей Макаров, бас-гитара, Митя Горелов, барабаны, Андрей Титков, клавиши, Иван Иволга, соло, гитара. Я хочу, чтобы сегодняшний вечер был, в смысле, сегодняшний день, ну, точно. Еще не вечер. И так сейчас сыграем. Еще не вечер. Готовились, готовились. И входит Лайма Вайкл, еще она мечтает. Можно я выпью, кстати? Вот, чтобы сегодня... Короче говоря, мы сегодня будем петь. Никакой нет четкой программы. Мы просто встречаемся, задавайте нам вопросы. Просто хочется разговора. Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы такое количество лет уже с нами. Это безусловный подвиг с обеих сторон, понятное дело. Не, ну, правда. Но, тем не менее, что касается сегодняшнего дня, мне кажется, что мы в очень хорошем состоянии духа, сердца и, ну, в общем, тела. Поэтому давайте так дальше держаться. И я думаю, что эти встречи нужно продолжать. Я очень переживала в прошлом году. Ну, кстати, сами виноваты, между прочим. Я тут вообще ни при чем. Конечно. Мы знаем победителей в лицо. Вот. Но, тем не менее, в этом году мы решили, что мы все это будем продолжать, потому что вы – это кислород. Это тот источник энергии, эмоций, которые нас действительно поддерживают во время концертов. И это программа, которую мы играем в этом году и будем играть в следующем, в тех городах, куда не успели приехать. Она тому подтверждение. Без вас бы, конечно, было очень тяжело. Ну, мне кажется, я понятно пытаюсь понятно изложить. Ко мне.